Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно» и тема сегодня – распаковка. Как вы уже знаете, у меня есть вот такая чудесная машина Elna 720 Pro. В комплект входит большое количество лапок, но их все равно мне недостаточно. Лапок никогда не бывает много, поэтому сегодня я получила посылочку и хочу вам показать, что же в ней. Сейчас посмотрим. Вот, я беру ножницы, распаковываю. Посылка большая. На самом деле я заказывала не так много лапок. Но их так хорошо упаковали. Я всегда жду с большим нетерпением. Ну вот. Хочу сказать, что для такой машины лапки не дешевые, ну, как и своя машина. Что же я купила? Значит, сейчас одеваю очки и рассказываю. В комплект моей машины не входили лапки для кожи. И я ее купила. Лапка для кожи. 9 миллиметров. Ширина стежка у меня до 9 миллиметров, поэтому не все лапки подходят. Вот единственная джанамешка подошла. Значит, теперь я буду шить сумочки из кожи, не только сумочки. Вот такая лапка. Она с регулировкой для того, чтобы можно было край отстрочить. Тоже жизненно необходима лапка. Так, вот эта лапка для потайной молнии. Вот у меня есть лапка для потайной молнии, но много лапок не бывает. Попробую еще с этой. У нее есть там еще и возможность прокладывать шнурочек. Вот, поэтому буду пробовать смотреть. Затем вот эта лапка, это точно для трех шнуров, когда мы можем в лапку заложить три красивых шнура и сверху настрачивать зигзаг. Вот, это в комплект не входило. И вот эта лапка, насколько я помню, это лапка для сборки, чтобы сборка собирала ткань. Да, это такая лапка. То есть раз, два, пять лапок я купила. Еще в подарок мне для кожи прислали иголочки. Вот, и я очень счастлива. Поэтому буду сегодня же, наверное, сшить сумочку из кожи, я так думаю. И вы тоже присоединяйтесь ко мне. Что важно для рукодельницы в первую очередь, это ее помощники. Это вот эти штучки. Я счастлива. Сегодня же буду их испытывать. Если вы со мной, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые вышли на моем канале. Всем хорошего дня!